23 августа состоялась пресс-конференция, главной темой которой было проведение третьего этапа открытого чемпионата ДНР по автозвуку и выставке «Автоэкзотика» на Кубок главы администрации города Донецка. В преддверии празднования Дня города и Дня шахтера Министерством молодежи, спорта и туризма будет организован ряд мероприятий. Только республиканского уровня у нас 7 мероприятий проводятся, начиная от футбола, где будут играть ветераны футбольного клуба «Шахтер» и ветераны Ростовской области, и заканчивая вот таким интересным мероприятием, как сегодня мы представляем соревнования по автомотоспорту, автомобильному спорту. Соревнования по автозвуку запланированы на воскресенье, 28 августа. Начало в 14:00, место проведения фан-зона стадиона «Шахтер». На День «Шахтера» мы решили сделать гостям и жителям города большой подарок. Это провести третий этап чемпионата Донецкой Народной Республики по автозвуку и к нему приурочить выставку экзотических автомобилей «Автоэкзотика» на Кубок главы администрации города Донецка. Сотовый оператор связи «Феникс» поддерживает идею развития спорта в Донецкой Народной Республике. Поэтому в организациях подобных мероприятий государственное предприятие принимает непосильное участие. Республиканский оператор связи вносит вклад в развитие спорта, и особенное внимание он уделяет проектам, направленным на популяризацию спорта и здорового образа жизни. Наше предприятие на протяжении всего существования Федерации автомотоспорта активно поддерживает ее, и мы считаем, что автомотоспорт в республике должен развиваться так же динамично, как и наш оператор. Выставка «Автоэкзотика» разбита на три номинации – лучший американский автомобиль, лучший классический автомобиль и лучший тюнинг. Соревнования по автозвуку будут делиться на три класса. Сергей Михайлов, Екатерина Боева, Новороссия ТВ.